обходился без очень важных людей, наших спонсоров, наших друзей и, конечно же, наших партнеров. А это туроператор и туристическая компания «Котлас Тур». Каждому нужно поаплодировать. Дизайн-студия «Флорина». Отдел женской одежды и «Филео», торговый центр «Фрегат», второй этаж. Центр эстетической медицины «Медиспа». Отдел женской одежды «Ирена», торговый центр «Фрегат», второй этаж. Бутик натуральной косметики «Душечка». Клининговая компания «Мир чистоты». Фитнес-студия «Бьюти». Агентство «Камильфо». Праздник, что надо. Свадебного фотографа Анны Шуряхевой. Семейное арт-кафе «Люстра». Батутный центр «Флайк». Почему аплодисменты не звучат, я не понимаю. Салон красоты «Перфекшн». И, конечно же, офис «Орифлейм» на Луначарского, 10. И лично Крубин Александр. Аплодисменты всем нашим друзьям и спонсорам. Ну и, конечно же, стилисты проекта. Это салон красоты «Шик». Визажист, стилист по прическам Валерия Липец. И салон красоты «Бьюти Лайф». А теперь информационные партнеры, благодаря которым вы вообще узнали о этом конкурсе. Это фабрика «Интересный Котлас» в лице Натальи Невзоровой. Газета «Вечерний Котлас». Газета «Рейтинг». Рекламное информационное агентство «Евроэкшн». Котласское объединение телевещания. И, конечно же, Котласское телевидение. Аплодисменты нашим информационным спонсорам. Фотограф проекта Ирина Чижоева. Ребят, у меня заканчивается просто энергия, а я, как энергетический вампир, питаюсь вашими аплодисментами. Поэтому давайте как следует, но поддержим же всех! И, конечно же, партнер конкурса, визажист Мария Богнат. Итак, мы продолжаем.